Так, ну вот теперь попробуем собрать. Ну, я вот для фотографии просто оттягивал. Вот этот. Ну, у меня нет возможности поставить колышек в квартире. Соответственно, вот закрепил. Просто такую оттяжечку сделал. Сейчас, соответственно, соберем палатку. Ну, чтобы сфотографировать вот оттяжку, что там вот присутствует у палатки. Соответственно, вот он. Ну, небольшой тамбур, но обувь поставить можно, там рюкзак какой-то. Так, извините. Теперь сворачиваем. Вот считайте, у вас ушло, не знаю, 10 секунд, 15 секунд на то, чтобы вы вынули 1, 2, 3, 4, 5, 6 колышков. 6 колышков, ну да, даже 15 секунд много, не знаю, 10 секунд. И вот у вас палатка в таком виде, собственно говоря, вам ее нужно сложить. Что вы делаете? Берете вот так вот, оп, положили. Вот эти хабы, раз, вот так вот, раз, два, три, четыре, и вот так вот аккуратненько свернули. Все готово. Вот вся палатка.